Если к вам в квартиру постучались и представились работником избирательной комиссии, не удивляйтесь. По всей стране началось адресное информирование жителей о предстоящих выборах. Анна Давыдова, председатель участковой избирательной комиссии 3209. Постоянное место работы администрации Советского района. Уже более 15 лет подрабатывает на выборах. Начинала с рядового члена избирательной комиссии. И вот уже 5 лет занимает должность председателя. Общественная работа женщине нравится, особенно общение с людьми. У нас у очень многих людей поверхностное представление о выборах. И когда доносишь информацию так, как она действительно есть, и люди это понимают, настрой меняется в лучшую сторону, и люди понимают и принимают свою жизненную позицию такой, какая она должна быть в принципе у нас. У каждого обходчика есть удостоверение, жилетка, сумка и нагрудный знак с символикой выборов. Они рассказывают избирателям о том, где и как можно отдать свой голос. К примеру, престарелые, инвалиды и родители с маленькими детьми могут сделать это на дому. Таким вариантом хочет воспользоваться Владимир, воспитывающий малыша. В день голосования к нему придут представители избирательной комиссии с переносным ящиком для бюллетеней. Мужчина не знал о такой возможности и с радостью согласился. Это очень удобно. Потому что если бы был ребенок постарше, конечно, было бы интересно сходить на участок, показать ему, как это все устроено, как это все проходит. Но в нашем случае, конечно, удобно будет, если придут к нам на дом, и мы проголосуем вместе с супругой по месту проживания. Это прям для меня новость. Спасибо членам избирательной комиссии, что пришли и проинформировали об этом. Мы всегда ходим на выборы, потому что не надо забывать о том, что с правами еще и мы имеем обязанности. И я считаю, каждый гражданин просто обязан хотя бы раз в 6 лет, ну или там, если региональные выборы считать, там раз там голосовать, выражать свою гражданскую позицию. Потому что это тот шанс, как бы, влиять на наше будущее, на будущее наших детей. Информирование жителей продолжится вплоть до 7 марта. В будни стучаться в двери к избирателям будут с 16 до 21.00, а по выходным и праздникам с 10 утра до 8 вечера. Мы обходим, наверное, квартир 100 в день. И, допустим, если нету человека на данный момент дома, то мы вешаем табличку ему на дверь о том, что мы были, чтобы он знал, что будут проходить выборы. И также мы даем буклет, где указаны кандидаты. Все обходчики – члены участковых избирательных комиссий, которые прошли специальное обучение. Виктория Шарая, Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.